Вот он. Ух ты, какой хороший. Нам его выводить надо. Ой-ой-ой, какой ты. Какой, ну в кусты не иди. Всем привет. Сегодня выбрались на рыбалочку. Начало видео я начинаю уже порыбачивши. В общем, эмоции моря, всего моря. Приехал на ультралайт подергать окушка, такого там, ладошку чуть больше, зачетные тоже бы хорошо считались. Повялить, охота его повялить, не получилось. Пару окушков взял, но самое интересное, что на микроджиг на резину брал ясь. Так что была поймана и щука. Смотрите, все интересное записано, так что не переключайтесь. Приятного просмотра. Погнали. Ну, у меня леска есть. Здесь что, шпуля-то запасная. О, есть. Во. Окунь. Да, вот таких вот, Андрей. Так, сегодня мы берем окушка. А. Ладно, сейчас. Поменяли приманку. Андрей у нас только таскает. Джиг. Сделали. Мы джиг поставили. Сразу же моментом. Хорошая. Это он и гонял. Сойдет, не сойдет, ребят. О, это ясь. Это царь ясь. Такой, я вам скажу, да, такой язёк хороший, великолепный. Да. Отпустим, Яська, отпустим. Это, да, в лёд вообще. Поменял я шпулю. Поставил леску. Что-то у меня нитка не работает сегодня. Есть. Вот. О, хороший. Ребята, хороший. А что хороший? Мы... Нет. О. Что же это такое? На, опять ясь. Да что же мы сегодня поезям-то? Родной мой. Как, что же мне с тобой делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну такой. Грамм 200. Давайте отпустим его. Там пережил много. Пошел вальяжно. То, что должно было работать по окуню, работает по язю.
Да. Вот, вот он. О, вот этот здоровый. Этот здоровый. Ребята, это здоровый. Неужто ясь опять? Неужто опять ясь? Давайте. Да, ну это не окунь. Такие окуни — это большая редкость. Здорового-то язя мы возьмем, если мало ли здесь попадется. Да, это красавец язь. И он. И этот язек точно пойдет к нам в коллекцию. Давайте Василию скажем. Вась, ты будешь брать язя кушать? О! Хороший ясь. Прекрасный язек. Я думаю, что грамм 600 в нем точно есть. Вот такого язя мы возьмем. Ну что? Полоснем его. А, ну, Андрюх, извини, я не виноват. Моей вины здесь нет. Вот так вот мы повесим сюда. Ну, Василий. А, Василий, поздоровайся со всеми. Ай ты, озорник. Смотрите, смотри. Озорник, озорник, озорник. Да? Ой, урчит. Урчит, рыбки хочет. Ладно. Ай, лебедь красавец. Посмотрите, какой красавец, если вам видно. Одни здесь Васьки нас окружают. Поставили вот такой вот прозрачный, внутри белый. И попробуем. Я думаю, что этот цвет обязательно должен работать здесь. Пока полет нормальный. Пока полет нормальный. Еще не вечер. Попробуем туда. Ух ты! Вот он, удар четкий в руку. Вот он красавец. Это ясь, и если я не ошибаюсь, не хуже. Вот он красавец. Удар, какой был удар. Если я не ошибаюсь, он не хуже. Может быть и лучше, да. Он лучше.
Хотя, может быть, глаза велики. Ну, не хуже. И этот тоже пойдет к нам домой. О, этот грамм побольше, побольше грамм, точно. Вот так вот. Ехал за окунем, чтобы завялить, а напоролся на езя. Спасибо Андрюхе. Местечко. Но я знал эти места, бывал здесь, но так я не попадал. В общем, решил я тоже забирать эту рыбку. Вялить в вяленом виде езек очень хороший. Ну, в принципе, экземпляры достойные, вы видите. Не маленький, маленького я отпустил. Двух. В общем, я доволен. Давайте продолжать быстрее рыбалочку. Времени сейчас, может быть, уже часиков 7:30. Еще полтора часика точно есть. Давайте, давайте, побежали быстрее. Все, не переключайтесь. Сработала эта резина. Хорошо сработала. Вот вам, пожалуйста, и Китай. Вот вам Алиэкспресс. А стоит все копейки. Так что вот так вот. О, какой удар был. Ага. И есть. Навалился без удара, без чего. С первой же проводки после пойманного езя. Посмотрим, что это за чудо-рыба. Ну, вот он матросик. Вот он наш родимый матросик. А, красота. Матросиков мы берем. Матросиков берем. Попробуем зеленку. Это езёк. Наверное. О, есть. Вот он, вот он, вот он. Ух ты, какой хороший. Ух ты, какой хороший. Нам его выводить надо. Ой-ой-ой, какой ты. Какой, ну в кусты не иди. Да, походу завел в кусты. А не, а это щука. Щука? Да, это щупарь. Это щупарик. Ну, давай. Отцепишься? Так ты мне всю. Это щупарик. Ой. Ой.
Вот еще парик. И взял-то так. Аккуратно. На лесочке. Щупаря. Ну такой. Полкилошный. Щупарик. Красавец. Помотал он нам нервы. Да нет, полкило. Помотал он нам нервы. Но мы его все равно отпустим. Вот так вот. Ладно. Плыви, родной. Ну давай, 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 давай. Давай, а то Василию отдам. Вот так вот.